К нам пришел какой-то дядька. На вашу голову фиг заберешься. Ну так что про кассиршу? На самом деле не про кассиршу. Я познакомился вообще, пообщался с местными всякими людьми. И началось все с автобуса. То есть я же стою, жду маршрутку, маршрутки нет. Они просто все умерли. Причем как по расписанию есть, по карте нету. И подъезжает автобус. Мне этот маршрутчик: слушай, ты куда, такая погода? Ты потом сюда обратно не приедешь. Вот я говорю: да ладно, я недалеко, в случае чего через гору дойду. И он это... В общем, сели с ним болтать, ему там скучно. Оказывается, он из Рустави. В Рустави он закончил что-то бутафорское какое-то училище. И в 15 лет пошел в бутафорский цех, в театр работать. Прикольно. И почему-то его сразу сделали начальником бутафорского цеха. Естественно, он же грузин. Ну, как бы, что могло быть в Руставе по-другому? В общем, он говорит: все умею, все могу. Бутафор — такая профессия. И шрифты, и сварка. Но вот на автобусе работаю. И потом он... А это какой, который курит? Нет, это какой-то дед, который по-русски говорит. Он меня узнал, он говорит: ты с женой, с детьми? Я говорю: я с женой, с детьми. Нет, который по-русски говорит, это который работал. Не, вот есть еще один. Это другой. То есть их четыре. Ну вот, и он, короче, это... И он ездил на гастроли в Москву, естественно, как положено. Причем они ездили в разгар сухого закона, когда водку продавали по вечерам по две бутылки в руки. И его, так как ему 15 лет, его как самого младшего за этой водкой посылали. Ну вот. Собачки пришли. У меня такое воспоминание молодости. А потом... Господи. Он этот самый... А, его приняли там, когда он пошел за этой водкой, его с этой водкой приняли менты. Потому что, типа, 15-летний пацан с водкой. Вот. А он достал книжечку, у него книжечка, ну, такая же, видимо, как у меня была, Министерство культуры. Так как он театральный работник, он сотрудник Министерства культуры. А книжечка, она была красненькая такая, с гербом. И менты решили, что он КГБшник, короче, сказали: такой молодой, уже в органах. Ну, в общем, короче, это все закончилось хорошо. Потом мы приехали на остановку, а у них все закончилось тем, что они быстро выпили эту водку, и им не хватило. А тетка на каще? Фига себе, уже батарейка садится. Да, мороз-то, конечно. Ну, как тут мороз-то? Минус 5.